Всем привет! С вами Зерозипокс. И сегодня мы вновь поиграем в хоррор, который называется SCP Containment Breach версия 1.3.1. Господи, я целый год ждал, чтобы наконец вышла новая, нормальная, хорошая, прикольная версия. Сказать честно, я обновление пока что не сильно знаю. Это я специально сделал, чтобы, ну не знаю, как-то впечатлиться сначала. Потом-то я, конечно, почитаю. Так что первая серия у нас будет, ну, такая. Я ничего не знаю почти о новой версии. Так что я, наверное, буду кричать. Да и к тому же я в хорроры последний раз играл. Это... Сейчас скажу, когда. Ну, Хэллоуин, 2015 год. То есть где-то в октябре 30-31. Я там во всякие хорроры играл. Вот. Так что я немножечко отвык. Вот. Называем себя как обычно. Хотя нет, давайте сегодня за Олега поиграем. Так, у нас сид такой. Вроде ничего больше не изменилось, но мне понравились то, что тут теперь настройки разные. Да. Аудио, графика там. Вот смотрите, даже такая зеленая прикольная штучка. Ну... В общем, интерфейс прикольный стал. Игра развивается, игра идет дальше. Игра... Я тебя обожаю. Вот. Я немножко сейчас впечатлительный, поэтому немножечко заговариваюсь. Но это так всегда. А, тут надо теперь ставить галочку. По-моему, раньше disable было. Чё-то я немножечко это... Так, screen gamma повыше... Вообще ни хрена не видно было. Я такой думаю, что за фигня, что все черно, я ничего не вижу. А еще у меня сейчас день, и на экран немножечко солнца светит, хоть я и шторки прикрыл. Так что вот, такие вот дела. Ну, как говорится, не без фейла. Я хочу все-таки интро посмотреть. Вот, ну вот, будем знать то, что теперь такие вот настройки. То, что вот так вот все. Или, по-моему, наоборот, так было всегда. Нет, по-моему, когда это мир создаешь, там эта галочка все время была. А сейчас что-то ее не было. Странно. Я такой думаю сразу, что за фигня, что новое интро, что ли? Оказывается, я там не нажал. Ну, я же год не играл, чего вы от меня хотите-то? Так. Сейчас будет флеш. О! Вот это графьон! Ляги! Чёт лаги! Так. Графика, графика, графика. Графика, графика. А можно похуже сделать? У меня сейчас комп не свой. У меня что-то тормозит. Как-то это не весело. Ну ладно. О, вроде FPS стабилизировался. Так, возьмите бумажку. Так, инвентарь я еще помню. Ну, графончик, я бы сказал, прям яркий. Так, давайте мы лучше немножко потемнее сделаем. Мне как-то это не совсем нравится. Слышите звуки? Вот это, кстати, раньше не было. А, тут потолок всегда был черный. Я на все сейчас обращаю внимание. Тут, по-моему, тоже все изменили. Привет. Just follow me. Oh, and by the way, we're authorized to exterminate any disobedient test subjects, so I'd recommend not doing anything. Текст изменили, что ли? Я не помню его уже. По-моему, изменили. Attention, please. Chief Electrician Lochner. Это громковато слишком, я бы еще звук бы убавил. Я, конечно, его чуть-чуть убавил, но все равно как-то громковато. Ну, они, как всегда, смешно ходят. Ну, анимация ходьбы вообще какая-то до сих пор странная. О! Смотрите, еще один...
класс D. Да, точно. Я не забыл еще. Ну-ка, здесь что? На все будем обращать внимание. Этот за компом сидит. Этот вообще куда-то ушел. Ну, FPS, да, FPS падает. Ну, первую серию позаписываем так, потом я вернусь домой, у меня там комп помощнее будет. Сейчас я путешествую просто. Ой, блядь. Так, нет, мне кажется, гамму надо все-таки вытянуть немножечко. Вот. Так, ты тварина черножопая. Давно не виделись, братан. Ну, по старинке. Ёпта, как темно. Не, я извиняюсь, конечно, но мне вообще нифига не видно. У вас на видео будет получше. Нихуя не видно, серьезно. У меня просто солнце, но что-то я не могу записывать. Так, братан, ты еще здесь? Да. Ты здесь еще? Ой, блядь. Шш. Нас на максимум, так уж и быть, на максимум поставим. Ёпта твою мать. Ну, вроде бы здесь ничего особо-то не изменили. Блядь. Давайте подождем, когда все эти страшные звуки пройдут, они довольно долгие. Ну-ка. Пусть они пройдут, я пока просто осмотрюсь. Что здесь? Бумажка, которую взять нельзя. Угу. Там было всегда это черное пятно? Слышите? Кто-то орёт. А вот, кстати, когда стало темно, FPS стал 30. Ёб твою мать. Так. Новые звуки. Капец, как все громко. Обалдеть просто, не встать. Ну, кстати, звуки ходьбы мне нравятся. Они другие. Ну-ка, давайте побегаем. Мне нравится. Так. Первая комната. Вот, кстати, хреново будет со 173-м сражаться. Потому что я ни хрена не вижу. В первой серии мы будем максимально аккуратно действовать. Потому что я давно не играл. О, сразу же такая комната. Так, это у нас иллюзии или это там, где карточки нужны? Это там, где нужны карточки. Хорошо. Я все помню пока что. Так, здесь у нас что? Блять. Серьезно, мне приходится вот прям всматриваться в экран, чтобы там никто не стоял. Мне очень плохо видно. Еще и экран пыльный здесь. Никто никогда ничего не моет. Ой, блядь. Ёпта, блядь. Там. Ёпта, блядь. Я боюсь вообще поворачиваться. Смотрите, как свезло. Сразу такая комната. Так, быстро. Карточка! Хотя можно и погромче. Музыку. О. Ёпта, блядь. Блин, извините, что я копаюсь в настройках, но тут все так сложно настроить идеально.
Ладно, оставим так. Блять. Братан, ты где? Он точно там внизу. Я отвечаю. Так, давайте на текстурки взглянем. Так, батареечка изменена. Газ, называя маска, такая же. Ключ-карта тоже изменена. Я, кстати, почитал все-таки немножечко то, что Omnicard получить почти нереально. Блять! Кто там орет? Я боюсь, реально. Вроде его там нет. Ку-ку. Ку-ку. Ой, блин. Так, второй левел, хорошо. Офигеть, мы за первую серию уже так-то самую основную задачу выполнили, по сути. Ёпта, кто там орёт-то, а? Я действительно за год стал более пугливый, потому что не играл в хорроры. Ой, да, точно. Здесь? Блять. Так, вон там. Так, стоит вообще туда идти? Не знаю. Боюсь я. Слышу хорошие звуки. Здесь что-то есть. Мне страшно. Твою мать. Я не хочу сюда идти. Тут точно есть этот пидорас. Блять, я боюсь реально. Да вроде нету его. Она была, не была. Прошел. Ой, как у меня сердце стучит, вы б знали, а? Так, мы еще одно испытание выполнили, зашибись. Бля. Нет, реально, еще пока ничего такого не произошло, а мне реально страхово. Но это первая серия, это понятно. Здрасте, приехали. Там дверь закрыта или нет? Я не понимаю. Вроде нет. Вау. Это чё? А, это виднеется, да? У нас что тут? Так, слишком маленький левел. Хорошо. Давайте мы... где-нибудь, если будет развилочка, здесь бумажку оставим. Какая-то новая комната, я такое не помню, или это мелодия. Нет, это не мелодия. Да. Так. Так. Ой, тут это яма, ребят. Надо боком идти. Ёпта. Ну, это не так страшно. Дурацкое солнце. Вот я серьезно, почти ни хрена не вижу. Мне очень сложно играть. О, эти очки, я их не показывал. Ну, они потому что в версии 1.2 добавились. Но в них, короче, когда их надеваешь, вот, виднеются эти всякие чудовища. Ну, на самом деле, можете почитать на сайте, благо сайт этот еще живой. Ну, знаете, основной сайт, ну, там, где про всех объектов написано. Я оставлю ссылку в описании на этот объект, почитайте, полезно. Так, а... нет. Я не помню, какой левел нужен, по-моему, третий.
Давайте сюда тоже листочек оставим. Так, вот так надо боком идти всегда. Нам сюда еще рано, но мы сюда тоже бумажку оставим. Зашибись. Ё-моё. Так, этот пидорас тут. Ну что, с вами был Зерзипокс. Мало, да? Ладно, давайте думать. Я бы его бы вывел, на самом деле. Я не хочу с ним сражаться. А он еще и там стоит. Заебись. Так. Он прям здесь. Давайте думать. Так, как бы его вывести-то, а? А есть вообще смысл туда идти? Нет. Я не хочу. Нет, спасибо. Я долго не играл. Я, извините, нуб. Так, батарейку выложим. Давайте назад пойдем. Так, вы слышали это? Как все сложно-то, а? Спустя-то год. Вроде нет. Так, нам надо найти машину. Хотя бы до третьего уровня увеличить карту. Вообще лучше до четвертого. Это уж совсем в идеале. Потому что пятый Омни получить сложно. Вы простите, я особо-то не рискую пока в первой серии. Потом будем рисковать жестко. Не волнуйтесь. Ну, чтобы вы слышали, как я орал. Вам только это и надо, да? Эх, вы сволочи. Так, мы вернулись сюда. Сюда нам, то есть вот туда нужно будет обязательно вернуться, но, блин, мне ни одной метки нету больше, жалко. Ну там просто переход на второй левел, вот. А это хорошо вообще-то. Конечно, наш главный герой очень слаб. Давно не сохранялся. Так, что у нас здесь? Вау. Что-то какая-то новая комната. Охуеть, блядь. Слышите? Что за переход такой маленький? Никогда такой раньше не видел. Ой. Я вот ненавижу первый уровень, потому что тут очень большие лабиринты. Так. А то, что тут дверь открыта, это непорядок. Что он? Опять выход. Да, у нас уже два выхода. Один из них, значит, ложный. Хрен там был. Да вашу мать. Стоп! Это часом не... Да ладно. Да ладно, это часом не тот. Ну помните, там где SCP-173 стоял? Ну этот шлюз, который мы отказались идти. Блин, было бы хреново на самом деле. Получается, я сделал гигантский круг. Ой, ёб твою мать. Ёбаный насос, а?
Простите за мат, но в хоррорах я имею право материться. Потому что мне нехорошо. Тоже какой-то шлюз. Фух, никого. Сохранимся. А вот... Вы видели там кого-то? Да, мы здесь были. Охуеть, не встать, а. Блин, ненавижу эти... Вы слышали? Эти лабиринты. Угу. А здесь у нас этот, Теслагей, да? Ура! Просто мы везунчики. Жесткие. Жесткие ребята. Да-да. 173-го тут нет. Да, вроде нет. Так, все. Мы просто красавчики. За первую серию добыли карточки. Добыли навигатор. Посражались со 173-м. Конечно, не так страшно было, но потому что я очень осторожничаю. Вы бы знали, как мое сердечко стучит. Помалкивали бы. У меня все-таки прохождения по хоррорам такие. Ну, чтобы показать максимально профессиональную игру. А не, блин, не какую-нибудь кричалку. Так, ну, у нас в Омни в Лиатре получится. Там всего 10 или 5%. Но я проценты повысил, потому что там две карточки. Нам бы хотя бы, я не знаю. Ну, как я и говорил, две мастер-карт. Заебись! Так, ну ладно, давайте тогда... Я знаю, как их обратно превратить. Я помню еще. Вот сейчас бы только всяких дедов мне не хватало. Вот в его мир я не хочу. Пошел нахер. Господа, я вернулся. Третий уровень есть, валим. Ой, точно, блин. Совсем же забыл, надо маску улучшить. И аптечку. Хотя нет, аптечку вроде не надо улучшать. Так все заебись. Давай, давай, давай. Зашибись. Все, валим. Валим, валим, валим отсюда. Так, ну, здесь надо оставить точно какую-нибудь меточку. Потому что мы, наверное, вернемся к этой машине. Да, это машина, если кто не знает. В 2016 году уже об SCP практически никто не говорит. Никто это... Никакие-нибудь тайны не разгадывает. Вообще уже всем пофиг. А это очень прискорбно. Ёб твою мать. Так, Мишка есть? Мишки нету. Ладно. Чего? Чего? Какого черта? Так, господа. А у нас дела обстоят не очень. А знаете почему? Потому что нас не пускают на второй уровень. Ё-моё. Ну что, давайте чекать комнаты, там где карточка была нужна. Спрашивайте зачем. Блядь, тут точно же это... А ты сюда нас пустишь, игра? Может, сюда пустят? Нет. Хрен там был. Или я что-то не знаю, или уже тут карточка не нужна. Тут нужна другая карточка. Может, сюда? О! Вот эти очки. Смотрите, что будет. Видите этих уродов?
Хорошо, давайте возвращаться назад. Вот, давайте сюда зайдем. Надеюсь, можно. О! SCP-500. SCP-1499. На них тоже будет ссылка в описании, почитайте обязательно. Я вообще хз, я вообще не знаю, кто это. Так, со мной ничего не случится. Что за ящик? Блин, я надеюсь, ничего такого лишнего не делаю сейчас. А, это, по-моему... Что это, блядь, такое? Йо. Что это, блядь, такое? Чё за зомбаки? Это чё за хуйня? Блядь. Кто это? Я даже разглядеть не могу. У меня слишком темно. Ну-ка. Я как понял. Ага. Ага. Давайте, знаете, поэкспериментируем. Что это, блядь, за дома? Слишком много мата, спросите. Но я просто охреневаю. Ты кто? Ты меня убьешь? Что это, блин, за чудовище? Ёп. Да, убиваю. Угу. Еще одна попытка самоубийства. Кстати, та ведь одна из ачивок. Не понимаю смысла от этого объекта, ну ладно, мы возьмем с собой. Хорошо, давайте двигаться дальше. Нам надо найти левел повыше. Это вообще какой-то кусок рыбы или я не знаю. Идем. Тут этот педик есть? Да вроде нету. Ой, блин. Твою мать, а? Твою мать, вот прям вовремя. Вовремя. Черт. Дед. Пошел-ка ты в жопу, а? Я ни хрена не вижу, и меня сейчас убьют, реально. Не знаю, достаточно далеко убежал или нет. Ладно, подождем. Музыка, кстати, изменилась, заметьте. Я довольно далеко убежал. Он должен исчезнуть. О, мы победили деда! Хоть кто-то нас сегодня пошугал. Кстати, благодаря нему мы вернулись на самое-самое начало. Ты что здесь делаешь? Ты что здесь делаешь, блядь? Ты что здесь делаешь, блядь? Ёб твою мать, он откуда взялся? Твою мать, а? Охуеть, а? Я пересрал, реально. Чё он тут забыл-то, а? Я боюсь, реально. Я хочу закончить серию. Ладно, давайте лучше мы просто возьмем и сбежим от него, и закончим серию. Пиздуй ты нахуй, а? О, господи. Ладно. С вами был ZeroZipox. Мы за эту первую серию просто дофига чего сделали. Мы
нашли карточку, нашли вторую карточку, нашли машину, улучшили карточку, нашли парочку объектов, убили деда, ну то есть справились с ним, и нас 173 напугал. Я думаю, для первой серии очень офигенное начало. Чё, несу-то, не знаю, просто горло уже болит. Я что-то реально заорал. Чё он тут забыл, реально, этот 173-й? Я вроде бежал. Он меня не убил. Потом дед убежал, и он здесь появился. Охренеть, не встать. Я надеюсь, вы поставите лайк. Всё-таки SCP давно не было, и эта игра заслуживает внимания. Как и вашего, так и моего. Я буду дальше её проходить. Ну что ж, подписывайтесь на канал, оценивайте видео, смотрите другие видео, вступайте в группу ВКонтакте, ведь именно там все новости т.д. и т.п. С вами был Зерозипокс, всем удачи, всем пока, до новых видео.